Добрый день, уважаемые друзья, гости, жители города Краснодона, ветераны и все присутствующие. Бывают события, весьма незначительные для своего времени, которые по пришествию десятилетий стираются из памяти людей, становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть моменты истории, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, Великую Отечественную войну часто представляют как один сплошной подвиг на передовой. Но наряду с подвигом бойцов советской армии, равно как и наряду с подвигом тружеников тыла, был еще один подвиг людей, которые остались на оккупированной фашистом территории. Они боролись с нацистскими захватчиками, создавая подпольные партизанские отряды единомышленников. И причем эта борьба проходила не на фоне обыденной жизни, когда люди влюблялись, ссорились, устраивали маленькие праздники и пытались приспособиться к тяжелым условиям военного времени. В этом году, осенью, мы отмечаем 75-летие создания подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». В далеком 42-м году, когда фашисты в результате массированного наступления захватили земли Донбасса, в небольшом шахтерском городке Краснодон юные патриоты организовали подпольную группу и выступили в жестокую вооруженную борьбу с ненавистным врагом. В январе-феврале 43-го года им было суждено уйти в вечность и стать символом мужества, героизма на десятилетия вперед. У памяти нет юбилеев и срока давности. Мы обязаны знать и помнить историю своего народа, своей малой родины. Уважаемые краснодонцы и гости нашего города, сегодня по инициативе депутатов Народного совета Луганской Народной Республики и Федерации бокса на территории нашего парка закладывается аллея в честь героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия». Конечно же, наши герои отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, за то, чтобы на нашей земле был мир, за то, чтобы молодое поколение чтило и уважало своих героев. И сегодня, закладывая эти деревья, мы символизируем мир, который должен быть на нашей земле. Ведь именно те герои дали для нас меру, которую мы должны достигнуть. И сегодня, присутствующим сегодня на этом митинге молодым ребятам, я хочу сказать, будьте достойны героев молодогвардейцев, будьте бдительны и также, как наши герои-молодогвардейцы, горячо любите свою землю. И если потребуется, нужно ее защищать. Мира всем, добра, а всем нашему краю Луганской Народной Республики процветания. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня каждый из нас участвует в знаменательном, наверное, не побоюсь сказать этого слова, в историческом событии. Мы закладываем аллею памяти героев молодогвардейцев. Также нашим потомкам сегодня будет передана в будущее капсула времени. Все эти мероприятия проводятся в память о тех людях, которые не пожалели своей жизни, молодой жизни, и отдали себя за нашу свободу, за то, чтобы наша земля не была захвачена фашистскими
захватчиками. Я пожелаю всем, особенно молодому поколению, чтобы вы никогда не забывали то, что сделали для нас наши молодогвардейцы. И чтобы память жила вечно в наших сердцах о этом подвиге. И, конечно, это не просто подвиг, это пример, особенно для нас, для мужчин, для защитников своего отечества, своей земли, своей республики. Впереди сегодня у ребят соревнования, поэтому я еще раз поздравляю всех с этим знаменательным мероприятием, а также пожелаю успешного проведения соревнований. Пусть победит сильнейший. Сегодня мы отдаем день памяти великому подвигу наших земляков. Мы не остались в стороне от гнетущей боли, не затихающей с годами, от скорби в глазах тех, кого коснулась своим черным крылом Великая Отечественная война. Память, она имеет начало, но она не имеет конца. Она передается из поколения в поколение и будет жить вечно. И сегодня мы собрались все вместе, чтобы сказать, что мы помним о вас, ветераны Великой Отечественной войны, о всех наших павших героях. Мы благодарны вам и склоняемся перед вашим мужеством. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие поли не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Якоже Христо мир от греховного осуждения освободилось, и сицы и рабы Твоя, сде любви ради, иже к мертвым и усопшим сде лежащим и поминаем им ныне, воздвигшие памятный знак сей, силою креста возлюбленного Сына Твоего, всегда победить любые те грехи яви. Как?
совершаем хорошее дело в их память, в их честь. Помоги, Господи, с Богом. Давным-давно была война, давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране все, что давно была война, но память нам на то дана, чтоб помнить, как весь мир пылал когда-то. Все, что сделали вы, нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Зато селенье над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные чувством, за чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные чувством. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой из родины битвы